Вот он, ребята, бета-босс, это этот босс, что я говорил, посмотрите на него, какой он страшный. Вот это да, чем же его, давайте кислотой будем его стрелять, кислотой, кислотой мы его замочим, наверное, и пускаем в него ток. Вот это да, ребята, он бочками бросается, как я и говорил, посмотрите. Давай, кислотой, 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 давайте холодильники на него, давайте скидывать, холодильники, давайте скидывать на него холодильники. Забросаем его полностью холодильниками и током ударим, и все там, давайте позакидываем его, пускай он сгорит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, уничтожим. Дорогой друг, а перед тем, как посмотреть это видео, обязательно подпишись на мой канал. Поехали! Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем играть в игру Swamp Attack. А перед началом игры я хочу передать привет Мадияру Ерланову. Ну что ж, дорогие друзья, давайте сыграем в эту замечательную игру и продолжим. Так, в прошлый раз мы с вами уже дошли до третьего эпизода, и в третий эпизод это у нас уже болото, и мы на болоте будем играть в эту замечательную игру. И нам для того, чтобы дойти до четвертого эпизода, мы сегодня будем играть и попытаемся дойти, пройти этот весь третий эпизод. Ну что ж, дорогие друзья, давайте начнем с первой миссии и посмотрим, на что способна наша атака и тетя Клава, и сосед дядя Вася. Так, у нас тетя Клава вроде бы. Да, ну давайте посмотрим. Так, 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 стреляй, стреляй, стреливайся от этих злых пираний. Так. О, комары, комары, ребята, комары, нашествие комаров. Давайте их просто уничтожим всех. Так, отличненько. Так, вот это комаров. Вы видели, сколько комаров у нас? Так много было. Так, ребята, идут крокодилы. Давайте, мочите их всех подряд. С дуршлаками на голове, ребят, посмотрите, идут. Ты бы еще сковородку надел бы на голову. Вообще было бы супер бы тогда. Так, ну что ж, возьмем, давайте, кислотомет. Всех перестрелюсь, ребята, всех перестрелю кислотометом. Кто будет против меня, всех кислотометом завалю я. Так, ну что, кто еще, ребят? Кто еще готов опять попасть под расстрел? Стреляем, 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 стреляем. Кто еще? Так, медвежонок помогает мне отбиваться от этих злых крокодилов, и таким образом он бросает во всех... Мои, так, дуршлаки позбивали с голов. Быстро, ребята, быстро. Тетя Клава, отбивайся, 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 потому что к тебе скоро сейчас приплывут пираньи. И вот тогда будет не так уж и весело. Ну что ж, ребята, уровень 3.1, эпизод пройден. Поехали дальше, дорогие друзья. В принципе, меня все устраивает. Мы можем взять, кроме этих, специальное или оборона. Мы можем взять в оборону. Вместо... Давайте возьмем вместо... Вот этого возьмем вот эту. Дядю Васю возьмем. Сосед Вася. Вот сосед Вася нормальный чувачок, который нам будет помогать. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте сыграем на втором уровне этой игры. Так, ну что ж, поехали. Так, эпизод 3, еще один день. Так, ну если еще один день, тогда давайте... С удовольствием сыграем. Ребята, это кто-то там рычит и бросает. Вы видели этих? Так, отбиваемся, дядя Вася. Отбиваемся от этих злых. Кто-то бросает бочки у меня, ребят. Вы видели? Надо мне отбивать и бочки еще успевать. Кто-то там рычит и бросает меня бочки. Так. Беру кислотомет, ребят, потому что очень сложно отбиваться от этих злых тварей, которые нас постоянно преследовать пытаются. Так, отлично, отлично, отлично. Хорошо, хорошо, идем. Опять бочки летят, ребята, с какой-то жидкостью. А мы самолет пошлем на них. Все, самолет их убил. А мы ток пошлем на них. Пускай их током поджарит немножко. И пошлем кислотный дождь. Ой-ой-ой-ой, ребята, в меня попала бочка с каким-то горючим.
Отбиваемся, вот эта война пошла. Отбиваемся, 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 отбиваемся. Отличненько, отличненько. Уровень 3.2 пройден, дорогие друзья. Переходим к следующему уровню. Ну что ж, мы сегодня должны дойти до 4-го эпизода. Мы 3-й эпизод сегодня с вами, ребята, должны пройти полностью. Хотите, не хотите, но мы с вами это обязательно сделаем. Ну что ж, давайте оружие, в принципе, можно поменять. Хочу взять вместо кислотомета, давайте возьмем огнемет и поджарим их. Посмотрим, насколько они сильны в этом плане. Попробуем поджарить их еще немножко. Люблю черепашек, эпизод 3. Ну что ж, опять летит бочка, ребята, надо стрелять в нее. Так, ну что, будем... Ого, ребята, черепахи, идут черепахи, давайте их огнем будем жечь, идут черепахи. Посмотрите, сколько здесь черепах идет, посмотрите, сколько здесь идет черепах. Ой-о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 й, бочка убила, чуть не убила мою эту. Ребята, выжигаем черепах, потому что они вообще оборзели просто, надо их пулеметом высекать, потому что они просто оборзели, просто идут на мою территорию, на которую я запрещаю им сюда идти, они идут постоянно. Так что мы должны с вами обязательно от них отбиться. Отличненько. Так, что нам осталось сделать? Так, нужно застрелить еще. Отличненько идет все, отличненько, все идет как нужно. Все как мы договаривались, все так и идет, дорогие друзья. О, опять бочка летит, ой-ой-ой, хух, успели мы. Ой, вторая. Успели мы отбить эту атаку с бочкой. Еще бочка летит, так, успели отбить, хорошо не попало в мою... Эту, моего, как его? Я, какая-то ящерица там, игуанодон сидит у меня на крыше, который хавает мушек. Какая-то жабка такая, которая хавает мушек всех. Она мне нужна очень. Ее вы меня не заберете, ребята. Вы у меня ее не заберете. Так, играем дальше. Так, уже 4-я миссия, дорогие друзья. Уже мы с вами дошли до 4-й миссии. Апокалипсис бобров. Вот теперь мы с бобрами, ребята, повоюем. Ну что ж, ребята, давайте посмотрим. Давайте повыжигаем этих бобров всех отсюда, во всех, всех выжгем. Посмотрим, на что они вообще, в принципе, способны. Отличненько, горим, отличненько. Давай, 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 давай. Пошел, пошел. Так. Ребята, а что горим, если у меня нету горючего? Надо стрелять. У меня закончилось горючее, я буду стрелять с пулемета, потому что, ребята, у меня закончилось горючее, у меня только есть патроны к пулемету, и все, и больше уже ничего нету, ребята, абсолютно ничего нету, так что... Ой-ой-ой-ой-ой, летит бочка. Вторая летит, отлично. Так, стреляем, 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 стреляем до последнего. Ой-ой-ой-ой. Отлично, ребята, прошли уровень. Идем дальше. Так, нам нужно купить огонь к огнемету. Правильно? Правильно. Так, идет загрузка. Отлично, пока игрушка загружается. Мы с вами купим боеприпасы. Все, максимально куплено. Ну что ж, давайте продолжим нашу игру. 5-й уровень, ребята, НЛО. Ребята, уровень НЛО только с оружием, полученное за поражение НЛО. Этот уровень вернет тебе все твое оружие. Я понял, мне нужно в этом уровне отбить, как всегда, атаку НЛО и забрать свое оружие назад. Монстры, звони домой. Все, НЛО у меня забрало все, что у меня, ребята, было. И у меня ничего вообще абсолютно не осталось, кроме моего дробовика. Хорошо хоть на дробовике бесконечные патроны, дорогие друзья. Я хоть могу... Ай, в меня попали, ребята, в меня попали. Что же делать? О, ребята, самолет. Надо было самолетик этот использовать в другом немножко этом. О, ребята, 100 патронов к пулемету у меня. Все, уже закончились. Так быстро.
Так, мы кинули знак стоп им. Это означает, что они немножко должны притормозить. Не знаю, жуки все-таки летают, а остальные должны по-любому притормаживать, как бы. Хотите, не хотите, а сражаться с ними нужно, ребята. Потому что нашествие вот этих тварей вечно, это сулит опасностью. Очень большой опасностью, дорогие друзья. Так, пулемета 200, давайте с пулемета расстрелим их всех. Так, ну все, думаю. Все, ребята, НЛО растеряла все мои принадлежности. И теперь я все оружие забираю себе. И мы уже переходим с вами на 6-й, ребяточки, уровень, ребятушки. Так что давайте с вами займемся делом и перейдем на этот уровень. Так, у нас быстрые миссии еще пооткрывались здесь. Так, ну что, ребята, уровень 6-й уже. Так, а на каком у нас уровне заканчивается этот эпизод? На 18-м уровне будет босс, ребята. Сейчас уровень у нас 6-й. Так что давайте. Совсем еще немножко осталось, и мы с вами встретимся с боссом, дорогие друзья. Встретимся с боссом, который нас будет постоянно терроризировать. Так. Ребята, какие-то новые бочки. Кто там? О, там крокодил, ребята. Он спрятался в бочку и идет. Вы представляете? Смотрите, видите, спрятались в бочке и идут. Не только крокодилы, все попрятались по бочкам и идут. Ага, и бобры даже там, ха-ха, с трешлаками, смотрите, на голове. Ничего, ребята, я атаку отобью. Я так понял, это босс кидает в меня сдалека эти бочки с кислотой. Когда он рычит, аж вся земля начинает дрожать. Мне кажется, что это тоже босс. Мы с вами сейчас, когда дойдем до 18 уровня, собственно, посмотрим, что этот босс из себя представляет. Сможем мы его вообще убить? Или не получится у нас убить его? Я даже не знаю. Что, все? Они идут еще. Давайте их подпалим немножко. Сожжем. Подожгем всех. Все, дорогие друзья, прошли 1600 очков, а 2000 даже набрали больше. Фух, ребята, что-то я немножко уже подустал, конечно, но я не сдаюсь, и я буду сражаться до последнего. Так, ну что ж, давайте вместо этого возьмем вот это оружие, возьмем вместо огнемета и перейдем на 7-й уровень, дорогие друзья. Мое болотце, эпизод 3, ну что ж. О, опять, ребята, кто-то орёт, там большой какой-то босс. И бросает нам опять эти бочки. Я стреляю с автомата. Сосед Вася хорошо хоть помогает, потому что тетя Клава только весном бьется, а сосед Вася помогает стрелять с дробовика. Вот это мне нравится. Быстрее вали давай. Хух. Хух, успели, ребята, завалить их. Хух. Я уже думал, они сейчас меня просто съедят. Когда наступят, когда подойдут ближе ко мне, к моему дому, они просто могут меня съесть. А я этого не хочу, дорогие друзья. Мы уже с вами, ребята, на 8-м уровне, ребята. Мне нужно немножко подзарядиться. Мы с вами, естественно, уже подзарядились.
И идем играть дальше в нашу замечательную игрушку под названием «Охота на болоте». Так, ребята, огромный бобер идет, если вы видите. Я вот вижу, посмотрите, какие у него два зуба, как подушечки орбит. Мы его просто сейчас расстрелим с пулемета. На, держи, бобер, получай. Получай, гадкий бобер. Все, ребята, мы его с вами расстрелили. А это просто не может не радовать. И за ним еще идут братья-бобрята. Мы их тоже с пулеметов сейчас перекусим. И дуршлаки на голове позбиваем. Вот так вот. Хух. Ну еще половина атаки должна быть от летающей твари. Вот эти давайте их перемочим всех. Так, отличненько, отличненько, отличненько. Перестрелим, перестрелим всех. Опять огромный бобер идет. Ну откуда ты берешься? Мне просто вот интересно. Откуда вы все берете такие огромные? Посмотрите, какие у него огромные зубы. Ну все, ребята. Наконец-то мы с вами подстрелили его. Я уже думал, мы с вами не сможем выжить. Фух, прошли мы с вами этот уровень. Так, едем дальше, дорогие друзья. Едем дальше, смотрим, что там у нас дальше. Так. Ну что, берем... А, я не взял эти боеприпасы. Все, теперь взял. Теперь давайте перейдем на 9 уровень, ребятки. Скоро босс уже, ребятки. Еще совсем чуть-чуть, еще совсем немножко. В гостях хорошо. А на болоте лучше называется уровень, ребятки. Так, ну что, давайте расстрелим. Давай, 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 стреляй, стреляй. Ох, какие идут с этими, идут очень плохие, ребята. Идут штучки такие. Так, стреляй, 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 стреляй. Идут эти ёжики с какими-то бомбами на плечах. И у них... О, летит, летит, бочка летят. Уже по две бочки летит, а не по одной, ребята. Я не удивлюсь, если скоро будут по три бочки лететь. Так, еноты плывут, ребята, посмотрите на чем. Раньше плавали они на бревнах, а теперь плавают на динамитах. Чтобы подплыть ко мне и подорвать, конечно, меня. Вот что они хотят. Это все, что им нужно от меня, да, дорогие друзья, да. Вот так вот и живем. Ой-ой-ой-ой, хух, успел бочки пообивать. Так, возьму пулемет, потому что чувствую, что опасность грядет уже. А мы ток бросим, пускай их током поубивает всех. Все, ребята, мы всех уничтожили током. Так, отличненько, уровень мы этот прошли. Мы идем, конечно же, дальше. Сейчас купим опять патронов к нашей супер автоматике. Автоматик, автоматик, мой братик, вот он, все, купили. Давайте до 10 уровня. Ребята, опять НЛО с вами. Ребята, мы дошли опять до НЛО. Я так понял, НЛО каждые 5 уровней у нас забирает все. Например, вот с 1 по 5, там с 5 по 10. Вот мы на 10 уровне сейчас, и у нас забрали НЛО. И когда мы будем на 15, я уверен, что они нас тоже что-то позабирают, ребятки. Так, ну что, готовы, дорогие друзья? Так, у меня ничего не осталось, кроме тарелок. Так, сейчас босс будет рычать, ему нужно дать ответ, потому что две бочки будут лететь. Самолет. Самолетик — отличная штучка. Бомбочки сбрасывает на всех. В том числе и на меня. Так. Давайте за разряде. Пускай вас кто-то немножко подогреет мои эти штуки. Так, давайте знак вам сюда установим. Стоп еще. Потому что вас настолько много, ребятушки, что я просто аж уже глазки разбегаются мои.
Вот еще один самолетик, отлично. Опачки, автоматик. Отличненько. Сейчас самолетик пустим опять к ним туда, пускай получается. Все, ребятушки, мы с вами прошли уровень 10, это означает, что мы уже на уровне 11. Так, ну что ж, давайте с вами. Так, мощность боеприпасы максимально. Так, все. Да все на местах, пускай пока остается. Так, давайте перейдем. Оп, буль-буль-буль-буль. Мы пооткрывали с вами уровни еще. Подуровни маленькие. Так, ну что, 11 уровень, дорогие друзья. Давайте, в принципе, перейдем с вами до 11 уровня и посмотрим, на что способны эти все. Давай, повесели меня. Уровень 11, ребята. Не забывайте, что на 18 уровне нас уже ждет босс, так что мы подготовились к нему. Отличненько, давайте против этих злых тварей будем. Они с ружьями идут на нас отбиваться просто автоматом. Вот сейчас прострелю и все. Автоматиком вот нормально я их расстреливаю. Мне нравится. Автоматом их расстреливаю. Так, здесь мы расстрелили. Отлично. Переходим дальше. Так, ну что ж, дорогие друзья, продолжаем играть в нашу замечательную игру. Извините, на минуточку я отходил по делам. Так, ну что ж, давайте боеприпасы с вами улучшим до максимума. Сейчас чихну, ребят. Хоть бы не чихнуть. Нет, не чихну. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте все до максимума. Все, у нас уже 12 уровень, дорогие друзья. Так что давайте перейдем. Вы не стесняйтесь, ребята, пишите мне в личку, я буду отвечать на все ваши вопросы. Пишите мне в YouTube, ВКонтакте, куда вы, где хотите, там и пишите. Ой-ой-ой, отстрелимся. Я буду отвечать по максимальному на все ваши интересующие вопросы. Будем дружить, общаться и будем снимать наши замечательные игры. Отличненько, отличненько, дорогие друзья, отличненько.
Так, 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 стой, стой, стой. Давайте расстрелим его. Отлично, отлично, все идет хорошо. Ой-ой-ой, летят бочки. Мою жабу чуть не убили, или кто это там? На-на-на, расстрелю всех, расстрелю, расстрелю, расстрелю. Ребята, самка, матка, опять эта матка, опять она попалась мне. Она была боссом в прошлом уровне, а здесь она нам попалась просто так. Мы сейчас ее с пулемета расстрелим и уничтожим сразу. Все, ребята, мы продырявили ей живот, и она улетела. Все, отлично. Все, ребята, мы какой-то арбалет с вами подобрали и переходим уже на 13 уровень с вами. Так, 13 уровень, на 18 уровне, через 5 уровней, ребята, нас ждет очень огромный босс. Так, ну что ж. А, мы уже 13, да. Все, 13 уровень, ребята. Так. С монстрами переговоров не ведем. Конечно, не ведем. Монстров мы мочим и убиваем. Вы же знаете. Тут, ребята, арбалет какой-то, который... первого раза стрела простреливает все. Так, отличненько, отличненько, отличненько. Ой-ой-ой-ой-ой, комарики летят, комарики, комарики, комарики. Так, убиваем всех. Никого не щадим, всех монстров мы с вами убиваем, дорогие друзья. Ой-ой-ой, что это было? Так, ничего. Ух, ребята, посмотрите, сколько я пропустил. Быстрее стрелять, быстрее, быстрее, быстрее. Видели, сколько их было? Хух. Думал, они подойдут уже на мое болото. Ребята, идут ежики с бомбочками, с противогазами, с какими-то. Просто идут ко мне и на меня. Ребята, посмотрите, вон кто-то сидит в кустах, моргает глазами. Наверное, он очень страшный. Так, отлично. Пошел, 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 пошел. Все отлично, все хорошо. Вот это да, вот это реально войнушка. Так, отлично. Так, отличненько. Все. Выиграли, что ли? Или не выиграли? Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте займемся делами. Так. Так, так, так. Нам нужно. Что же нам нужно? Так, ага, нам нужно. У нас боеприпасы все есть на месте, только нам нужно взять ее сначала, а потом уже все на месте. Так, ну что ж, ребята, 14 уровень уже. Давайте, скоро босс, скоро конец, ребята, этого эпизода. Давайте все-таки ж пройдем. Уже все-таки дошли до 14-го, сдаваться нельзя никак нам. Ого, вот это да. Так сколько же вас будет здесь плыть, ребята? Что же вас так много-то здесь? Мы вас просто расстрелим. Ух,
Вот сколько их плывет, смотрите. Их просто нашествие, реально, перед боссом. Ого. Фух, ребята, наконец-то мы с вами прошли 14 уровень. Осталось 3 уровня, дорогие друзья. Так, 15 уровень. 16, 17, 18. Так. Так, ну что ж, дорогие друзья. Берем боеприпасы и вперед. 15 уровень НЛО. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну что ж, поехали. Уровень НЛО только с оружием. Получаем за поражение НЛО. Этот уровень вернет тебе все твое оружие. Ну, посмотрим, как он нам вернет его. Давайте посмотрим. Неземные объекты, как всегда, отняли мое все оружие. И я остался, естественно, без него. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, атомную бомбу кидаем, ребята. Радиация, радиация. Еще одна бомбочка, отлично. Мы сейчас ее где-нибудь используем, когда будет нашествие этих бобров злых. Ничего, от него даже мокрого места не осталось. Огромный идет, ребята, огромный идет бобер. Его током. Посмотрите, какой у него нос. Ха-ха-ха-ха. Какой у него скелет смешной. Ха-ха. Так, отличненько. Мы его замочили, ребятки. Отличненько. Мы его подмочили немножко. Все идет путем. Все идет пока что по плану у нас. Все идет отличненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Радиация, ребята, видели сколько? Ах ты ж, хотел бензопилой разрезать мой знак. Стоп, куда я тебе разрежу? Нельзя. Пилят мой знак, ага, конечно. Все, ребятушки, я позабирал свое все оружие, и мы переходим с вами на 16 уровень. А это уже означает, что через 2 уровня мы встретимся с боссом. Я, конечно, еще его не видел, еще его не знаю, но знаю наверняка, что он просто, наверное, какой-то огромный, просто супер босс, который просто нас съест. Ребята, вон он нарисованный, видите, черный пока что, но я его не видел еще. Посмотрим на него. Так, ну что ж, ребята, 16 уровень. Давайте начнем. Запретное болото. Я бомбами их закидаю, пускай кто там палит. Пускай колбасятся, они там сразу варятся все. Током сейчас убьем всех. Их даже не видно, ребята, они умирают там, за экраном. А, не, уже начали вылезать потихоньку. Ух, ребята, война. Смотрите, я с самолетов атакую. Вот это атака пошла. Смотрите, ребят. Авиаудар. Пошел, 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 пошел. Мы еще сейчас атомную бомбу кинем сверху.
Сейчас когда пойдет опять атака, давайте атомную бомбу. Отлично. Знаков стоп, давайте понаставляем кучу. Так, ребята, ну что ж, 16 уровень пройден. Ребята, остался один уровень, и мы встретимся с боссом. Представляете? Ну так вот бывает. Так, ну что, давайте сыграем в 17 уровень. Фух, ребята, 17 уровень. Так. Я король болота. Ну это я знал, конечно, и до этого, что я король болота. У меня же всегда получалось выигрывать на всех. Чувствую, скоро будет босс. Ребята, скоро будет босс. Ну что, этот уровень мы с вами уже прошли. Так, отлично. Взяли три этих штуки. Ну что, для босса у нас, в принципе, все приготовлено. Если босс будет у нас спрашивать что-то, мы ему ответим ударом. Вы же знаете, что у нас есть ответный удар для босса. У нас для босса все готово. Так, ребята, 17 уровень пройден, и мы переходим к уровню, там, где нас живет босс. Ребята, давайте для этого дела возьмем не автомат, а возьмем пулемет, и пускай будет кислотомет. Так, ну что ж, эту штучку убираем, и где наш кислотомет? Все, берем кислотомет, и кислотометом этого босса... Ого, ребята, посмотрите, какой он! Такой страшидло! Он сейчас выйдет, наверное, я так думаю. Сейчас мы с вами... В принципе, и посмотрим. Болотный монстр. Но он пока еще не сейчас, наверное, выйдет, а позже. Это тот, что меня бросал бочки, наверное, ребята. Вот он, ребята, бета-босс. Это этот босс, что я говорил. Посмотрите на него, какой он страшный. Вот это да. Чем же его, давайте кислотой будем его стрелять. Кислотой, кислотой мы его замочим, наверное. И пускай в него ток вот этот. Да, ребята, он бочками бросается, как я и говорил. Посмотрите. Давай кислотой, 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 кислотой. Давайте холодильники на него, давайте скидывать. Холодильники, давайте скидывать на него холодильники. Забросаем его полностью холодильниками и током ударим. И все там, давайте позакидываем его, пускай он сгорит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уничтожим его полностью, ребятушки. Да, ребята, мы с вами победили. Вы представляете, мы с вами победили самого главного босса. Ребята, мы с вами выиграли. Отлично, уровень 18 пройден. Ребятушки, мы с вами прошли этот эпизод, и болотный монстр просто утонул. Отлично, отлично. НЛО похитила корову? Я не понял, что это. Но об этом мы уже узнаем, ребятушки, в следующем эпизоде. В эпизоде под номером 4. Он у нас уже открылся. И в следующий раз мы с вами обязательно в него сыграем. Ребята, если вы еще не подписались на мой канал, обязательно это сделайте. Поставьте лайк и оставьте, пожалуйста, комментарий. До встречи, дорогие друзья.